Мария Алиева уже несколько дней принимает многочисленные поздравления не только с Новым годом, но и с рождением третьего ребенка. Ее сын родился буквально 20 минут спустя после боя курантов. Готовясь к праздникам, молодая мама не подозревала, что встретит Новый год не за накрытым столом, а в родильном отделении. Такой подарок у меня на 21 год. 20-й год выдался не очень хорошим, можно сказать, для всех с этой инфекцией. Вот что могу сказать. Огромное спасибо докторам, врачам, которые в тот день приняли, которые вот так все вот с ребенком все хорошо. Сейчас и Мария, и малыш чувствуют себя хорошо, за что молодая мама прежде всего благодарит медиков. Алла Хадюбекировна, анестезиолог, который в тот вечер ночь меня приняли. Большое им огромное спасибо. Спасибо всем детским врачам, педиатрам, которые ухаживали, смотрели за ребенком. В этот раз новогодняя ночь в Карачаево-Черкесии стала счастливой для 10 семей. Только в Черкесске в первый день 2021 года на свет родились 2 мальчика и 3 девочки. Сами медики рады работать даже в праздник, ведь они понимают, что в их профессии не бывает выходных. Которые родили мамам, конечно, желаю здоровья и желаю терпения, потому что этот год, пока ребенок маленький, много непонятного. Будь ли ты первородящей, будь ли ты повторно родящей. Сложное время будет для того, чтобы поднимать ребенка. Поэтому желаю, конечно, здоровья и терпения. К слову, в минувшем 2020 году в Черкесске был зафиксирован рост по рождаемости. Только в ноябре городской ЗАГС зарегистрировал 2050 записей о рождении детей. Это максимум за всю историю республики. А в новом году нам остается ждать новых демографических рекордов. Анзор Курбанов, Назир Капушев, Архыз 24.